Уважаемые зрители, 2022 год продолжается, а мы изо дня в день продолжаем получать трагические новости о российских деятелях культуры. Так, сегодня печальные новости пришли из Москвы. Несколько минут назад стало известно о смерти талантливого российского журналиста. На 48-м году ушел из жизни российский музыкальный журналист, музыкальный критик, эксперт в области джаза и классического рока Александр Беляев. Он скончался в одной из столичных больниц. В 2019 году у Александра Беляева был диагностирован рак желудка и сделана операция по тотальному удалению желудка. После чего он в психотерапевтических целях написал книгу «Человек в банде. История онкологического пациента, рассказанная от первого лица». Александр Беляев днем 8 октября попал в больницу с желудочным кровотечением. Его не удалось спасти. Журналисту провели операцию несколько лет назад, но недавно у него случился рецидив. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Александра Беляева. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!